Мы на месте. Мы приветствуем Агнессе. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе наперед сеанса. Она стоит в голограмме, переливающейся. Она нас слышит? Она кивает, но я не уверена, что это она. Голограмма очень повторяет ее копию полностью. Понятно, хорошо. Даю команду сканеру. Сканер, просканируй Агнессе. Отключи эту голограмму, выведи, отключи все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, и вместе с голограммой и сопутствующими энергиями выведи это все из биополя Агнессы. Пошел процесс. Какая информационная голограмма вышла в клетке. Агнесса дает разрешение на диагностику и чистку. Она нос держит, зажимает, она дает разрешение, она говорит, что эти интерференты, они воняют, почистите их, берите. Разрешение есть, да, Вера? Да. Хорошо. Я даю команду на 4. Сканер сканирует пространство над головой Агнессы под ногами 360 градусов вокруг нее. 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Агнессы, находит все. У нее без с воронкой выскочил сразу. Без клетка. С воронкой. Джин. Синий. 42-17. Дальше спрут из верхних. Дракон. Синий – это его голограмма. Синий дракон. Считай цифру этого паразита над головой. 28-76. Хорошо. Еще есть кто-нибудь? Есть инсектоид. И инсектоид. Больше места нет, в принципе, в ней. Хорошо. Итак, у нас синий дракон с голограммой. 28-76. Спрут. Инсектоид. 42-17. Джин. Бес с воронкой. Какой бес? 8. 8-герцовый. Хорошо. Все знают, где они находятся. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Кто будет обманывать или не кооперировать, тот получит незабываемые впечатления на всю оставшуюся жизнь. Я даю команду тонкой копии Агнессы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в ее биополе. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Выстраивай канал от Агнессы и к голограмме синего дракона. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Агнессе. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Запах был от спрута. Он переплетает ее по лицу этими щупальцами. Хорошо, спрут. Сколько ты находишься в этом биополе? 4 года. И что это от тебя такой запах идет? Он вырос в такой среде, где есть такой запах. Ждем, это как ваша тина. Ах, вот. Ну, я и почувствовал какой-то морской запах такой. Хорошо. Инсектоид, сколько ты находился в этом биополе? Он говорит, что он ее пичкал йодом, ей не хватает йода. Кто? Спрут? Да. Ну ты что, ты даже заботился о ней? Да, говорит, заботился. В какой-то мере, хорошо. Синий, так, инсектоид, сколько ты находился? 3 года. Инкубатор есть? Есть. 1 или 2? 1. 1 инкубатор, хорошо. Джин, к какой вещи ты попал в это биополе и как долго ты находишься здесь? У него раздвоение идет, он в доме и он в ней. И он повторяет часики. Часики. Что значит часики, Джин? Он с часиками попал. Часы. Настенные, на руки. Какие часы? Он путается, перепрыгивает от одного к другому. Он даже показывает, он отрывочно руки показывает, мужские, женские. С каких-то часов он перепрыгнул к ней. Это рукопожатие было? Нет, это кто-то в доме. Кто-то пришел в дом, и ты перепрыгнул с этого человека на в ее биополе прыгнул, да? Или зашел в этот дом, он правильно? Он вышел в дом и потом подключился к ней. Ты из человека вышел или из портала в доме вышел? С человека. Хорошо. Почему я спрашиваю, мы сегодня чистим дом. Кто из присутствующих еще присутствует в этом доме, где живет Агнесса, кроме Джина? Без присутствует дракон. Дракон. Ну, с драконом у меня будет отдельный разговор. Сколько ты находишься в биополе, дракон? 8 лет. 8 лет. Почему ты эту голограмму установил? Почему ты мешал человеку развиваться? Почему ты нарушаешь законы мироздания, забирая у человека право на свои энергии, на свое развитие? Что тебе дает такое право?
Ему очень нравится искусство. Ему нравится, когда она творит. Он наполняется энергиями и красками. Эту голограмму наполняет и питается от нее энергией творчества. Это является правом для того, чтобы ходить в ее биополе? Она тебе давала разрешение на такое воздействие? Нет, не давал. Отлично. Достаю печать дракона, включаю на полную мощность. Дракон, ты не туда пришел. Ты в матрице Земли находишься. Здесь другие правила. Но законы мироздания... Выключаю печать. Но законы мироздания для всех одинаковые. Ты воровал частички души, частички ДНК, биоматериал? Нет. Это может... наслаждался энергией. Это, может быть, тебя и спасло от дальнейшего воздействия. Красками. Красками. Хорошо. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Агнесса забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Агнесса себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Из голограммы идут яркие краски, созидание, гармония. Готово. Если бы ты что-то изучал, дракон, это одно дело, когда ты наблюдатель, но когда ты воруешь эти вещи, перерабатывая свою энергию, ты нарушаешь правила. За это есть определенные наказания. Ты в курсе? Он в курсе, но он не мог устоять. Хорошо, я тоже не смогу не устоять, но сдам тебя в межгалактическую полицию сегодня. Там ты будешь это объяснять. Он наклонил голову, стоит. 8 лет. 8 лет, синий дракон. Хорошо, реверс закончился, да, Вера? Да. Хорошо, поехали дальше. Инсектоид, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил, свой инкубатор, крепление, жидкость. Ничего не забывай, возвращайся назад, докладывая готовность к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто превратится в пепел в этой клетке тюрьме. Я вам этого не желаю, но такая вероятность есть. Приступай. У меня в инкубаторе как кислота какая-то. Она ощущала дискомфорт от этой жидкости? Изжогу ощущала. Хорошо, Агнесса, вот причина вашей изжоги. Сколько ты находился с этой воронкой биополя? 8 месяцев. 8 месяцев. Хорошо. Из портала вышел? Да. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, возвращайся в клетку. Приступай. У него нет плат, голограмма была, ее отключили. Хорошо, спрут, выходи, отключайся полностью, ничего не забывай, возвращайся в клетку-тюрьму. Приступай. Но он переплетал эти лапы свои на лице. Как она тебя ощущала, кроме запаха? Тормозили мозги. Понятно. Каша в голове? Давление? Нет, у нее все нормально было. И в какой-то момент она тормозила, не могла дальше мыслить. Останавливались мысли у нее. Она напрягала мозг, чтобы подумать. Понять. О чем. Понять. Да, но это уже серьезное воздействие, тоже спрут. Он снял присоски. Хорошо, Джин, выходить тебе не надо. Втягивай в себя все, что ты оставил в ее биополе, ничего не забывай. Готов. Хорошо. Бес. Есть лярвы биополе Агнессе? Есть. Где? Почему-то на ладонь показывает. На ладони? А почему там? Подожди, это не лярва. У нее в ладони как гвоздь внутри. Черный. Как спица, как гвоздь, как ручка, что-то внутри у нее. А кто это вставил? Ответственный. Загорается маячок. Бес вставил. Бес, а что это за спица такая, объясни мне? Я еще такого не видел. Он говорит, что это как веретено, он крутил. И что было? Какие реакции? Хаотичность. Энергию он так забирал с нее вниз. Воронка синхронизировала это веретено. Понятно. Значит, там торчит гвоздь и еще лярва есть, да? Лярва у нее есть на пояснице. Понятно. Хочешь получить лярву? Да. Выходи, снимай все, что ты оставил, вытаскивай, ничего не забывай. На месте доложи, что ты закончил. Я дам отдельную команду тебе на лярву. Приступай. Он этот гвоздь вытащил из ног и снимает такие колодки какие-то тяжелые, чтобы она с ног валилась от усталости. Готово. Хорошо, разрешаю тебе забрать все лярвы, забирай, возвращайся назад. Приступай. У нее живота, у нее еще есть затемнение, он все снял. Хорошо.
Все убрали. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подскажу Агнессе, помогая моей энергией, отстегнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетает канал, отсекается. Открывая воронку в галактическое ядро, все уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Инсектоид. Ты больше никогда не войдешь в это биополе, тебе это понятно? Да, ему понятно. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. То же самое касается спрута. Тебе это понятно, больше никогда не придешь сюда. Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута 1, 2, 3. Спрут забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Идем дальше. Джин с бесом. Я вас отправлю в дом. Вы соберете за это время все, что вы оставили в доме. Я приду, проверю, открою вам портал на вашу чистоту. Все понятно? Понятно. Перед тем, как я отпущу, я спрашиваю беса. Бес, ты один в доме? Или черт есть? Один. Котика мучил? Он показывает, как он мимо него в этой воронке пролетает. Котик чувствует энергии. Не понимает, что это. Ну, ты воздействовал на него или нет? Нет. Хорошо. Если ты не воздействовал, хочешь получить эмоциональный фантом? Да, хочет. Хорошо. Я сейчас буду перечислять все эти частоты. Ты мне скажешь основные две или три частоты, из которых все вытекает. Все понятно? Да. Выходит эмоциональный фантом Агнессы, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкое вибрационное эмоциональной энергии. Злость, разгенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Готово. Опиши. Ну, у него как тягучий какой-то он, серый. Хорошо. Агнесса, эти энергии вы сами произвели. Вы готовы с ними от них отказаться, расстаться с ними? Она готова, этот фантом, он ее какое-то тяжелое делает, то, что она внутри вот это все носит. Абсолютно верно. Готово. Отлично. Сворачивайте энергии в шар. Бес забираешь? Забирает. Отправляю бесу. Очень вкусно ему. Ну, давай, расскажи, какие там энергии основные, из чего вытекает все? Нервозность. А в общем, он показывает вот эти энергии, которые он съел. Он показывает, как есть такая бумага, на которую мухи липнут, желтая. Как клей, что ли. Прилипающая такая, да. Вот она собирает все энергии и все настроения, всех настроения к себе. То есть чужие настроения липнут к ней. Это делает ее, огорчает, скажем так, нервирует и выбивает ее из баланса. И вот это все она и насобирала, все это тяжелое ее делает. Отличное объяснение. Хорошо, бес заработал, значит, свой эмоциональный фантом. И если хочешь, я могу собрать ее в квартире. Покажешь мне портал, я их закрою, соберу тебе весь негатив в доме. Хочет, да, нравится бес. Хорошо, я отправлю, значит, тебя сейчас вместе с Джином. И вы сначала уберете все, а потом по программе, как договорились. Открывая портал в дом Агнессы, 1, 2, 3. И в этот портал уходит бес с воронкой, а также джин уходит в этот портал. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Слушай. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь синий дракон сидел 8 лет. Есть ли за ним что-то еще? Я не уверен, что он понял свою ошибку или может отпустить его первый раз. Он понял. Благодарю тебя. Хорошо. Синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше никогда не придешь ни к этому человеку, ни в его дом, ни в его тонкие тела. В доме даю тебя нет. Слово. Хорошо. Готов уходить? В доме он есть. У него платы в доме. Ах, у тебя ты еще в доме есть. Я не отметил. Хорошо. Синий дракон. Я тогда тебя сейчас тоже отправлю в дом. Ты снимешь свои платы. Я проверю и отправлю тебя потом на твою чистоту. Все понятно? Да, понятно. Открывается портал в дом Агнессы. 1, 2, 3. И синий дракон уходит в этот дом. В этот портал. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Платы остались его?
Голограмма осталась. Голограмма. Под ней открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, поехали дальше. Поехали по частотам. Переходим к процессу активации и идентификации души. На счет 3 запускаем процесс активации и идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. У нее легкая ангельская душа, а она ее негативом сделала тяжелой. Отлично. Агнесса, вы слышали эту информацию. Захотите задать вопросы куратору, обращайтесь. Готова? Она готова и показывает, что вот эти ангельские энергии ее души, они светлые и излучают лучи. И вот этими лучами она может защищаться от негатива. То есть она может выслушать, не принимать близко к сердцу, а выслушать и не давать отпор, потому что, ну, чтобы не сделать больно тому, кто это говорит, но не пускать к себе. Вот это излучение из нее, это ее защита. Замечательно. Благодарим куратора за эту информацию. Поехали дальше. Хорошо, Агнесса, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после освобождения? Великолепно, легко, волшебно. Отлично. Возвращаем вас сейчас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы эти энергии перешли на физический план, и сразу приступаем к чистке вашего дома. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Агнессы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой зеленке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо. Отключаемся от объекта. Дом ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью дома. 1, 2, 3. Ты перед домом. Я здесь. Устанавливай по всему периметру дома. 1, 2, 3. Пошел процесс. Входи в дом. Клетка в зале установилась. Хорошо. Без джин. Синий дракон. Арахноид. Арахноид, а как же без них? Еще кто? Рептилоид. Сколько греев? 1. Одного хватает. 3 воронки. Еще есть что-то? Все. Хорошо. Под воронками открывая портал в галактическое ядро, воронки уходят на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Рептилоид с Греем. Сколько вы находились в этом доме? 1 год и 2 месяца. 1 год и 2 месяца. Хорошо, Грей, выходи, собирай все, что ты оставил в этом доме. Все подключки, ничего не забывай. Возвращайся в клетку. У него в спальнях. В спальнях установил. Труп. Хорошо, человек просыпался постоянно усталым. Я полагаю, еще было, конечно, воздействие других интерферентов. Вы участвовали в этой процедуре оттока энергии во время сна? Они собирали информацию. Какую информацию? Сновидений и энергию в доме. А какую информацию сновидений вы собирали? Объясни-ка мне. Контролировали, куда попадает человек. Вот. Контролировали сны. Вот с этого момента поподробнее объясни мне. Что конкретно вы контролировали? Контролировать — это одно дело, когда вы наблюдаете. Показывали. Показывали. Сны. Куда идти? Сны показывали. И какие это сны были? Что разные, вырабатывающие разные энергии, эмоции прямо во сне. Эти энергии мы собирали. Я полагаю, это были какие энергии? Негативные? Абсолютно негативные? Разные. Страха. Вот. То есть вы показывали ей страшные сны, она вырабатывала... Не только ей. Всей семье? В спальнях они. То есть вы всей семье показывали эти страшные сны, да? Не всем страшные. Бывали радужные, красивые. И там были ложные эмоции, которые тоже мы собирали. Хорошо. Все снял. Хорошо. Рептилоид с Греем, вы больше никогда не войдете в этот дом и к этим людям не подойдете. Вам это понятно? Да. Готовы уходить? Готов. Первый раз отпуская, второй раз вы уже никуда не уйдете. Открывается 2 портала против часовой стрелки наверху. 1 на чистоте рептилоида, 1 на чистоте Грея. Грей забирает все, что принесли. Уходит в свой портал, рептилоид уходит в свой портал. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готово. Хорошо. Джин, ты все собрал? Да, все собрал. Хорошо. Я повторяться не буду, в этот дом не приходи. Все понятно, к этим людям тоже. Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, синий дракон, ты снял все платы? Да. Ты понял свой урок? Да, он все понял, он сожалеет.
Хорошо. Ты должен эти сожаления не мне говорить, а Агнессе. Потому что ты ей наносил вред. Он мне послал телепатическое извинение. Хорошо. Благодарность. Хорошо. Первый раз зачтется. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину, если есть потомство, собирай все, чтобы следа твоего здесь не было. Возвращайся назад, приступай. Шкафы, туалет. Любимые места. Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо. Бес, ты свое все собрал? Да. Я даю команду. На счет 3 появляется рядом тонкая копия кота Пиксиса. 1, 2, 3. Котик стоит перед нами. Но мяукает. Котик, привет. Мы пришли тебе помочь. Что тебя здесь мешает? Расскажи мне. Ну, все мешает. Он весь в энергиях красных и черных. Хорошо. Я с тебя сейчас все это уберу и потом поговорим. Включаю внутренний белый свет коту Пиксису. 1, 2, 3. И этим светом выдавливает из себя все негативные патогены низкой вибрационной энергии, находящиеся в его биополе. Все чужеродное, все негативное, все патогенное выходит автоматически из его биополя, формируя перед ним шар. Готово. Большой шар. Как мяч. Открывая под шаром портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Я даю команду. На счет 3 макушку головы кота Пиксиса начинает поступать необходимое количество кошачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет. Усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до комфортного уровня котика. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия и вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Да, есть. Ну, Пиксис, как ты себя чувствуешь? Он так пританцовывает, лапки поднимает вверх. Хорошо. Лошадки делают. Молодец. Я знаю, да. Ты скажи, ты хочешь хозяйке что-то передать? Может, тебе какое-то питание хочется? Может, тебе игрушку хочется? Может, у тебя желания какие-то есть? Есть у него желания. Давай. В этом доме живут все с разными энергиями и оставляют свои энергии, как темные пятна. Он называет это капризы. И ему не все энергии подходят. Ему не нравится, когда некоторые берут его в руки, то с одних рук на другой переходит. Это хорошо, что ты сказал. Хорошо. Значит, если ты не хочешь кому-то идти на руки, ты это показываешь. Значит, он чувствует, что у него есть серый негатив. Молодец. Он не хочет мараться. Хорошая информация. Я передам обязательно. А еще есть какое-то желание? Может, тебе корм какой-то хочется особо? Нет, больше желаний. Понятно. Ему нужно свое пространство. Не все должны его таскать. Конечно. Ты же хозяин в этом доме. Ты же охранник. Хотелось бы быть. Хорошо. Я передам, чтобы ты был хозяином, и тебе просто не мешали жить нормально. Как ты этого хочешь, правильно? Да, правильно. Ну, хорошо, Пиксис. Мы с тобой договорились. Я это обязательно передам. Хорошо, если желаний больше нет, я тогда возвращаю тебя назад, все порталы я закрою, больше здесь сюда никто уже не войдет. Он показывает, что когда ему надо, он сам подойдет тому, кому надо. Вот, у Пексиса свой план в жизни, поэтому не будем ему мешать. Свое пространство. Свое пространство. Хорошо, котик, договорились, я все понял. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Пексиса в его систему биоробот-душа. Он заходит, синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Готово. Возвращаемся к бесу. Бес, ты свое все собрал, да? Да. Ну, давай, пошли по дому, показывай мне все порталы. Я их закрою, потом соберу тебе негатив. Пошли. Под раковиной в ванне, где ванна. Понял. Открывай внизу, под раковиной, воронку в галактическое ядро. И этот портал уходит туда вместе с фантомом и частицами портала. Закрывай, опечатай, раствори. Идем дальше. Готово. Дальше дверь в одной из спальни, там стеклянная дверь. Под этой дверью открываю воронку в галактическое ядро 1, 2, 3. Этот портал уходит туда вместе с фантомом и частицами портала. Все на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо? Вернее, стеклянная вставка, там не сама дверь, а вставка. Готово. Понял. Дальше портал. Камин, но не сам камин, а под ним такое отверстие. Внутрь идет этот портал. Под этим отверстием внизу открываю воронку в галактическое ядро.
засасывается этот портал, фантом портала, частица портала, все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываю, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Значит, кухня, печка, которая возле окна. Да. Духовка там. Там портал. Под печкой внизу открываю воронку в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывается этот портал, фантом портала, частица портала, все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываю, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Значит, напротив стиральной машины там угол, портал. Внизу под этим углом открываю воронку в галактическое ядро. Засасывается этот портал, фантом портала, частица портала, все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Дальше в одной из спальни зеркало такое темное какое-то. Оно не портал, но оно волнуется. Все. Под этим зеркалом открываю воронку в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает этот портал, фантом портала, частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Дальше шкаф, потолок. Не понял. Шкаф? Да. Такой большой, там много одежды, и потолок – это портал. Хорошо, под потолком открываю внизу, там, где шкаф, воронку в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывается этот портал, фантом портала и частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово, все. Фу, 6 порталов. Хорошо, возвращаемся все к клетке тюрьме. И я даю команду на счет 3. Идет низкая вибрационная эмоциональная энергия, эмоции, мысли и чувств. Пошел процесс. Ну, шары сформировались космически большой, но чувства, эмоции, он содержит как раз вот такие, как серые кляксы, капризы, как сказал кот. Хорошо. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро 1, 2, 3. И космический шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо, бес, заработал. Забираешь? Да, ему это и надо, эмоции он таки любит. Отправляю бесу. Готово. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. И бес забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. И ставлю огненную пентаграмму. Готово. Клетка пустая. Пустая. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, клетка уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй.